Дорогие мои друзья, здравствуйте. Приехали мы сюда, в Меркадону. У моей кошки кушать нечего, девочки. Вот нету. Вообще. Не знаю даже уже, что давать. Вот настолько, да, вот такая вредная, короче. То не хочу, это не хочу. Целый день плачет, целый день ноет. Пошла, думаю, сейчас накуплю ей чуть-чуть поесть. А потом нужно будет за доченькой поехать. Так что как раз у меня есть этот, ну, ой, время как раз есть. У нас часик есть. Сейчас возьмем кохе у корону. А, там внизу, говорит, есть мое любимое место. Поэтому, говорит, рабочие люди. Нас говорят, обещают на следующей неделе ураган, девчат. Не знаю. Так что. Ну, мы уже свет подключили, у нас уже все подключено. Вот сюда приходит молодежь, покупает внизу бамс. Покупает внизу еду, ребята, и здесь играют карты, девчата, купят себе картошку, мартошку. Отвезти, говорит, к вам. Это наша цыганная испанская. Я, говорит, специально говорю. Конечно, мы не нажали, не начнем, зашли и все. Сам пускай едет, куда хочет. Мы, говорит, думаем, что это автомат. Сейчас купим чуть-чуть продукты, девчата, чуть-чуть. У меня все есть. Просто вот именно вот. Для моей кисюни нету, понимаете? Семь. Так, спокойнее. Воды тоже надо взять. Мы покупаем воду, девочки, потому что у меня идет вода с этого, с колодца. А с колодца вода, вы сами понимаете, что я не хочу ее пить. Так что мы для готовки посуду мою, конечно, с этой воды. Полы, посуду, вот такое, да. Но не готовлю. Vamos donde есть салата всегда. Салаты надо сразу взять, потому что тут это же бывает ажиотаж, девчат. Это же вообще нету салатов. Блин, вот лучше сюда вечером не приходить. Это надо с утра. Оно. Цезарь. Только цезарь. Раньше никто не хотел этот цезарь. Ладно, две штуки возьму. Девчата, я так хочу. Блин. Ну ладно, что теперь делать? Два салата взяла, хватает. Что мне еще нужно? У меня было многое, что нужно, девчат. Но не хочу много покупать. У меня же сейчас там такая... Это... Так, сейчас, подождите. Кохе берехена. Берехена кохе дос. Грандес. Так, сейчас я выберу. Мой Андрей любит. Мой Андрей, девочки. Сейчас обратно начну. И что-то, зятюк. Так, хочу сам длинные взять, чтобы язычки готовить. Поняли, да? Более такие, вот такие, вот. Ага. Что мне еще надо? Давайте шампиньоны возьму. Я только ради себя любимой. Понимаете, что я вам хочу сказать? Мне нравится очень... А лисичек тоже нету. Не лисичек, а вот... Так, вот этот возьму. Вот этот. Сколько он стоит? 2,29. Дешевого ничего нету, ребят. 2,29. Две штуки. Моя дочь любит спаржи. Вот. А, вот эти лучше тонкие. Толстые стоят дороже, чем тонкие спаржи. Но мы любим тонкие. Мы с дочкой любим. Мой муж не очень. Возьму вот эти. Для них. Для себя любимые. Вот эти возьму. 2,81, девчат. Вчера... Или взять обычные. Обычные 2,22 евро, да? А это 2,81. А вот так получается. А эти даже еще дешевле, девочки. Давайте, я же для себя
любимый, что отказать себе? Вот такие возьму. Вот они стоят 1,70, потому что они чуть мелкие. Вот так. Вот так, так, что еще? Что еще? Вот так, так, здесь все ясно. Теперь... Ну, ну, бинго, вали, си, колокарлю, си, си. Си, он говорит, потом, говорит, мы не можем это все, воду надо взять. Супчик тоже можно было бы. Ага. Салфетки. Вот эти берет из Тео. 1,25, две пакета, девчата, это недорого, это нормально. Вот такие два пакета. Вот. Вот так. Когда вы видите такую полную, это да, у нас, да, это потому что мы воду много покупаем, девчата. И, конечно, воду вот 3-4 штуки возьмешь, уже столько места занимает. Вот так. Quanto vas a coger? 4. 4 водички возьмем. Так, мне нужно взять, знаете что? У меня закончилось. Здесь есть специальная такая вещь, которая в унитаз льет. У меня же, девчата, с водой такая проблема. Это нет. Вот тут. Вот она вот здесь есть. Это для унитаза. 1,45. И это кон лихия. А это бланко косас де баню. А я не понимаю. Сейчас я спрошу косую сторону. Сейчас я спрошу у него, подождите. Девочки, чуть-чуть вещи набрала. А что хочу сказать, девчата? Вот смотришь, да, на это все, да? Сегодня рыбу ела. Рыба уже не хочется, девчата. Уже я наелась этой рыбой. Так, мне гамба надо взять. 5 евро в 10, девчата. 5 евро в 10. Представляете, да? 500 с чем-то рублей. Так, вот это возьму. От всего устаешь. Когда, ну, не то, что много, когда ты вот начинаешь томаты аки кухать. Когда вот ты вот начинаешь кушать, да, то одно, то другое, да, вот, разное. Да, это хорошо. Но когда... Так, мне масло надо тоже взять. Оливковое масло. До олива тенго ке кохерло. Бирхен экстра. Эсто кохо бирхен экстра. Масло, говорю, возьми ему. Вот когда начинаешь, вот то одно, то другое, да? Я хорошее масло беру всегда. И томаты. Так, горох тоже возьму. Вчера умирала хотела. Что-то ночью покушать, прям вот не могла, а и ничего нету. Вот нету так, вот не имеется в виду, что есть много чего, но то, что я именно могу себе позволить, чтобы себя потом плохо не чувствовать. Уйдем. Сик, бали, кухолю. Кухолюс. Не могла, девочки. Сейчас как наберем солтенку 7 евро, сей? Я говорю, только у меня 100 евро, так что много тоже набирать. Поняли, да? Так. Если он любит подсчеты делать, пускай сделает подсчетик. Ага. 40 евро. Так. Есть, короче. Сейчас хочу. Так, тут это все у меня есть. Это все у меня есть. И помидоры возьму. Почему? Я вчера думала, хоть бы помидоры были бы вот такие мелкие. Знаете. Смотрите, какой вид красивый. 2,31, девчат. Это вообще кошмар. Вот эти помидоры вкусные. 1,58 вот это. Здесь сколько? Здесь, девчата... А, сейчас я вам скажу. 300 грамм?
или полкилограмма. Даже в очках не вижу. Мне кажется, 300 здесь написано. Вы представьте себе, сколько тогда он стоил. Килограмм. Так. Где? Лечи. Ага. Си. Я говорю, молоко надо взять. Вот так потом я вам покажу распаковку, чек, девочки. Что купила, что нет. Одно сливочное масло возьму. Это у нас должно быть дома. Сметану возьму. Вот, вот так. Это как сметана. Вот, ну, не как, а вот сметана. А роскон лечи. Айки кохер. А роскон лечи. Мне очень нравится вот этот с рисом. Так, кефир у меня есть. Это у меня все есть. Так, хотела я еще моей доченьке этот сок взять. Коха сумма пора ланине. Проламане на параке пойда. Си. Си, да рыба там или уста, да унывро, си. Си. И это ли уста, и это де биофрута коха. Ага. Парахем. Вот так. Угу. Mira, aquí venía a 2 euros. Otro día, ¿cuánto ha comprado? Esto tengo, ¿za cuánto te compró? Он говорит, я не помню. Мне надо взять... Сейчас я вам скажу. Para cocinar. Надо вот это. Хочу взять это. Всегда бывает. Но нет, давайте я возьму маленький. Так, подождите. Надо паракосинар. А что он такой? А, здесь три штуки, да? Это без лактио. Так, это парамунтар. Это такое. И есть речево порисада. И есть такой. И есть вот такой. Вот такой. Ну, это вы сами поняли. Так, баус. Теперь моей кисюньке тоже надо взять что-то. Коль, это? Как говорит, он от него как такой запах, говорит, не свежий. Да, люди. Си, аура вам соси кухумус. Так, хочу взять пау, девочки. 4 евро с чем-то, а? Моя кисюня. 4 с чем-то, девочки. Этой красавицы. Ну а что делать? А что делать, ребята? Раз люблю, так люблю. Вот не могу по-другому. Я люблю. Очень я люблю. Но она этим, зараза, пользуется. На меня такими глазками смотрит. Так, это говядина. 8 евро говядина, девчата. 8 евро. Мы вообще уже в последнее время... Так, курочку возьму вот такую. Варить себе, кушать. Вот, сейчас я вам скажу насчет... Вы же мне написали, ой, как у вас дешево барашка. Баранина, да. А вот ягненок нет. Вот сейчас я вам покажу. Смотрите, сколько. Смотрите, какие разные цены. Вот ребрышко, например, да? Ребрышко стоит 13 евро 80 килограмм за вот это именно вот такое. А вот этот кусок, если два ребрышка, девочки, 5,30, да? Теперь вот это. Вот это 17. Так, вот это стоит 27 евро за килограмм. 27,50, но вы сами видите, да, зачем мне обманывать. Так, теперь вот этот, вот эти куски 21 евро. Поняли, да, 21, вот, ну вот здесь написано, 21 за килограмм. Эти кусочки, они все по-разному, понимаете, каждый кусочек по-разному. Это 13,80. Поняли, да, вот, вот я же вам говорю. Вот, цены гуляют. Так, ой, блин, сейчас все как попадает. Это стоит 22 евро килограмм. А тут 864 грамм, 19 евро, вот это стоит. Поняли, да? А ты пойдешь у моего этого соседа, да?
А вы не думаете, что он мне дешевле продает? Что вы думаете? А что ты у Хосе не покупаешь? Девочки, так у Хосе я куплю, он мне сейчас такую, так как сосед, мне неудобно сказать, он мне самую дохлую выбирает, ягненка. Самого такого, знаете, вот, ну вот, который я бы не взяла бы. И он мне его режет и мне говорит, в таком виде, вот, в живом виде он будет где-то килограммов 13, а когда я его, мол, самое почищу, все тебе дам, он там килограммов 8. И мне говорит, 80 евро за весь кусок. И этот кусок я еще дома должна рубить. Ну, вы поняли? Я его должна по кусочкам делать. А он так потом смотришь, а там и кушать нечего. Худой такой. Ай, как она смотрит. Худой такой. Весь такой общупленный. Там мяса даже нету. Понимаете? А? То, что я вам хочу сказать. Там кость и кожа. Вот как... Там кости кожа, как будто вот ты только вот только родился и вот взял, порезал. Вот такой. А зачем мне это надо? Скажите мне, пожалуйста. А потом он тот раз мне сказал 90, что ли, евро, когда последний раз я купила. Я сказала, первый последний раз. Там есть ничего. На 4 раза, девочки. Там ножички там такие были, как у этого. Сейчас я вам скажу. Ну, как будто вот, когда ты вот индюка покупаешь, вот как у индюка ножки были, девочки. А вы меня, пожалуйста, извините. А если это чужой человек, я могу сказать, вот смотрите, я купила тот раз, пошла я в этот, и купила я этот, ножечку, не баранину, а ягненка, да? И прихожу домой, я его открываю, девочки. Что вы думаете? Такой мне запах дал неприятный, девчата. Ну вот вообще. Я крею киси, я на лосеси кухар ласанья, пара тенерля. Оно. Ситуй, каса лагису. Все, не хочу больше деньги тратить. Все, надо уже идти. И я ему говорю, эй, ты что мне? Ты мне продал? Я ему говорю, и мне... Ну, вот запах девочки был, и все. Не могла. Okay. И мне не нравится. Я говорю, не смогла его поесть. Я говорю, я купила и не поела, говорю, твою баранину. Знаете, что он сделал, девочки? Вытащил мне новый кусок, дал. Потому что он, как клиента, меня терять не хочет. Он потому что понял, что я покупаю, да, часто тут. И поэтому не хочет. И, а Хосе скажу, там запах был, там что, он скажет, не может этого быть. И вот и все. На этом, а это сосед, а с ним отношения терять я не хочу. Так что вот то, что я вам говорю, так и есть. Девчата, со своими лучше не связываться такие вещи. Понимаете, потому что потом ты сразу становишься плохой. А мне зачем надо быть плохой, когда я такая хорошая? Я же добрая, я же сладкая. Как-то так. Ладно, девчата, так, давайте я здесь закруглюсь. Мне и так подошел, сказал, здесь записывать нельзя, я сказал, я разговариваю. Поняли, да? Okay, как никто, распаковка чек, прямо на улице, не отходя от кассы. 92 евро, 92 евро 56. Видно? Но кто не видит, тому не нужно, потому что он шевелится. Короче, здесь написано 19 евро, я обманываю, 92 говорю. Вот такой распаковка. Как вам, а, девчата? А я думала, что будет больше, если честно. А у меня только стульник в кармане, больше нету. Я говорю ей, эй, тормозни. Когда будет 100, тормозни. Место, он, а что ты больше не взял? Он не хотел брать больше. Девочки, у меня в холодильнике все есть, но я не знаю почему. У меня получается, что как будто я вот не знаю. Вот вроде мне ничего не надо, да, и мне все надо. Это что такое? Что за жена? Такую жену, как я, гнать надо. В три шеи, девчат. В три шеи. Вот честное слово, а? Ну как это? Вот. И все мне надо побольше. Все мне надо. Ну вот это купила. Надеюсь, что девчата, там здесь написано, что она убирает все, что там. Вот у меня же... Унитаз, как будто, девчата, я не мыла унитаза 10 лет. Мне стыдно.
А у меня очень чистый унитаз. Я каждый день их мою. Просто мне вот эта желтизна не уходит, девочки. Это или я их сожгла. Понимаете, что я вам хочу сказать? Или я их белизной вот это все столько лью, сожгла. Или... Ай, хорошо. Вот видите, девчата, хочу делать. Нет, там не делаю. Это Кайтана? Все, делю. Dime, Calle. Ya venimos por nosotras. Estamos. No, nos quedan 10 minutos, ¿por? Porque tenemos que estar en... Haberme avisado. A las 6 en casa de Mireia. Claro. Venga, te vamos a ver en 5 minutos, Cayetana. Vale. Venga, hasta ahora. А я же вам сказала, говорит, что в 6 часов. А что вы где уходите? А сейчас сколько времени? Сейчас я вам скажу. Еще 6 нету. Чё? Я начала с сестрикухами, сон 4 минуты кида. Claro, pero quieres que estés ya y no estás aquí. Porque no hemos detenido. В 6 часов она должна быть дома. Блин. А что вы нас не предупредили, говорит, тогда? Не предупредили, времени не было. Я. Идите пешком. Мозги делайте тоже. Сейчас она мне скажет, я такая голодная тетя. Я знаю, а у меня денег нету, чтобы что-то купить ей покушать. У меня, а, в принципе, на... Нет, нету, девочки, 2 евро, 3 евро. У меня даже стольника не было. У меня, кстати, 90 евро было, а у меня вышло 92 с чем-то. Хорошо, что у меня мелочь была. Поняли, да? Ну, так, но дома у меня деньги есть, конечно, ребята, не думайте. Я тут не плачу, донаты не прошу, ничего не прошу. У меня еще как есть. Дома есть. Но просто с собой не взяла. Взяла только стольник. И карточку я с собой не беру. Знаете почему? Потому. Кто знает, это хорошо. А кто не знает, значит, это ему не нужно. Как-то вот так. Но не красотка ли я? Ага, девчат. Но не красотка ли я? Ми больше? Кухите? Ага. Все, короче, поехали за моей доченькой, которая возмущается. Когда что-то не сделано, как они хотят, да? Возмущение, девчата. А когда я что-то говорю, сейчас, потом, хорошо, сделаю. А когда они хотят вот так, девчат. Поняли? Вот так. Что вот так, как они сказали, чтобы я бежала. Хияр моржовый. Спокойно едем. Транкилю. Спокойно едем. Вот и все. Тоже мне. Какой у меня тут бардак. Я говорю, Стелла, ну так ты и не закончила это. Он мне такой, сейчас я закончу, ты не беспокойся, сейчас я сделаю. Я говорю, серьезно? Он говорит, да. Кисюня, моя радость, моя солнышко. Ради тебя я пошла, честное слово. Ради тебя, Кисюня. Ради тебя. Только вот это 22 евро. Только вот это, девочки. Сейчас, Кисюня, сейчас я тебе дам. Сейчас, моя солнышко. Сейчас, моя радость. Иди твои мысли. Вот. Сейчас, солнышко, сейчас. Кисюнь. Чё ты, моя солнышко? А, Кисюнь. Моя радость. Моя радость. Мое единственное счастье. Да, мое единственное, которое все понимает. А? Который знает, что такое хорошо, что такое плохо, да, мое солнышко? Вот так. Сейчас, солнышко, сейчас. Вот сейчас. Индюшку любит, девочки. Прям любит, а? Очень любит. Сейчас, моя маленькая, сейчас. Я ж тебе кусками целую. Сейчас. Я ж тебе целыми кусками не дам. Вот так. Сейчас. Ай, моя маленькая. Ма. Где твоя чашка? Идем, сукочка. Идем, кушай. Вот так. Кушай, моя радость. Кушай. Ой, налетела. Наверное, думает. Девочки, вот это ухо у меня. После того, как я поехала на море. Да, вот это ухо у меня.
Постоянно проблема дает. То чешется, то не знаю. Что это стало? Опять дверь закрыла, опять дверь открыла, не знаю. Сейчас ту масику тоже дам. А то получается, как моя Кайтана говорит, дискриминация. Чтобы не было. Томасику тоже дам. Я ему тоже купила отдельно еду. Так. Блин, а в холодильник-то ни хера ничего не лезет уже. Так. Но мы сделаем, чтобы залезло, девчат. Вот так. Сделала покупку, успокоилась. Мне Катя говорит, сколько потратила? Я говорю, 100 евро. Она такая, врешь. Я говорю, почему? Это как капля в море. Я говорю, значит, я экономная стала. Она такая, только 100 потратила? Я говорю, ну да. Она такая, честно-честно? Я говорю, честно-честно. Девчат, эконом. Хозяйка как надо, как должно быть. Все экономно. Так. Сейчас это все разложить же надо еще. Это же все отсюда убрать еще надо. Он же сейчас мне будет мебель делать. Вы видели, да, салаты? А? Вообще, девчата, с ума сойти. Нету ничего. Представляете? Да вот нету. Эти чеки уже. Или этот чек этот же самый. А ну, сейчас я посмотрю. Нет, это 124 евро. Когда потратила, хер его знает. Одна радость. Жрать, спать. Да, нет, конечно. Вот, Томасику купила вот такой. Сейчас посмотрим. Так, сейчас Томасику тоже дам. Фух. У меня тут есть специальные эти препараты для... Ну, я специально... В Меркадоне есть, там специально для клиентов. Я беру... Я же тоже клиент. Имею право, да? Беру вот такие ложки, чтобы свои... Вот, не люблю своими ложками вот в ихнюю еду. Так, сейчас я чуть-чуть вытащу эту массу. Посмотрим. Будет ли он кушать это или нет? Хотя Томас у нас... Сейчас посмотрим. Томас. Том. А ну. Ой, уже чавкает. Вовсю. Вовсю Ивановскую, девчата. Ох, какой у меня Томас. Ну, не-не-не, пускай лучше кушает, ребята. Знаете, в чем дело? Потому что когда... Вот уже раз и выкинуть. Вот это прелесть. Сделала и выкинула, сделала и выкинула. У меня здесь до хера и больше. Знаете, вот я покупаю специально для... Покупаю. Ворую. Но это не воровство называется. Я же клиент. Я же хожу, покупаю там продукты. Единственное, где я очень довольна продуктами, это только в Меркадоне. Вот любой продукции я очень довольна. Вот так закрываю в холодильник, ребята, с прозрачными там. Ничего открытого я в холодильнике не люблю. Просто ненавижу. Я вот действительно, это для меня убийство. Как это может в холодильнике? Вот так у моей сестры подруга Ольга есть. Есть или была, не знаю, где она сейчас. Девчата, вроде такая чистоплотная, вроде такая хозяйка, да, вот и все, да. О, слушай, к ней домой придешь, у нее там суп готовый, да, крышка открытая, вот так этот суп стоит и стоит и стоит. Потом она берет этот суп и раз в холодильник, без крышки, без... Я не понимаю такие вещи. Как это? Все равно там же столько микробов в этом. Ну, по крайней мере, для меня, я не знаю. Даже все время летает микробы и все это, но хотя, не знаю. Ой, как-то вот так. Девчата, сейчас разложу. Люблю, когда у меня в доме все есть. Люблю, девчата. Люблю, когда не веду. Вот такую тоже купила. Посмотрим для Кисюни. Моя Кайтаночка пошла купаться. Говорит, я пойду искупаюсь. Я говорю, иди. Иди искупайся. Приведи себя в порядок. Я ее целый день, бедно, не видела. Я говорю, что ты там ела? О,
там, в гостях. Она говорит, они для меня специально спагетти сделали, потому что они, ну, они знают, что она капризная на еду, да? Что она? Косидо это нут. Она не ест, она запах не переносит этот нут. И они бы специально для меня сделали. Вот такое взяла, девчата, для нее. Ну, разное там. Это, да, паштетики такие, да? Потом вот такие пачки взяла. Там сколько приходит в этих пачках? Сколько штук? Сейчас, 4 штуки. Это значит 8 пакетов. Вот этих. Эти взяла еще. Ну, я хочу просто проверить, да? А вот эти взяла тоже 4. Вот этих тоже 4 взяла. Они разные. Это курица. Это индюк. Это индюк. Это тоже индюк. А это сальмон и труча, рыба. Ну, посмотрим, как она поест. Да что так, завтра придет Андрей за ним с утра отвезти ее. Это хорошо. Ладно, все вот это разложу, девчата. Все. На этом я вас целую. Я вас люблю. Не забываем ставить лайк. Не забываем писать, какая я прекрасная, как я похорошила, как я помолодела, как я поумнела. Ну, короче, девчат, ну вы сами знаете. А что? А что жадничать? Раз уже пишите, пишите конкретно. Конкретно мне. Поняли? Конкретно. Где, как, что, когда. Понятно, девчат? Вот так. Потому что я только люблю... Ань, смотрите, друзья, для салата. Вот всякие семена. А ну что там? Ой, не хочу сейчас открывать, потому что потом это... И вот, когда сильно захочу, сладкое, да? Вот такие сушеные фрукты. Поняли, да? И манго. Молодец, еще раз напишите, молодец. Молодец, умница. Все, давайте раскладывать, все. Люблю, пока. Вечер, девчата, я думала хуже. Я думала, тут... Так как я же вот, ну там, ну не видно, да, девчата, было. Я ожидала хужего. Я ожидала, вот клянусь, я еще даже не трогала. Вот это я здесь где готовила. Я ожидала хуже. Вот это все я ожидала хуже, потому что я же вот так мою, я же не вижу. Это тоже я ожидала хуже. Неста, он говорит, молодец, не грязные они. Ну, есть, конечно, девочки, сейчас я вот содой чуть-чуть. Есть, вот есть пятнышки, да. Я это уберу, потому что я это не видела. Не видно было. А тут, посмотрите, девчата, вот тут, да. Вот смотрите, какая грязь. Потому что окно открывается, и туда я не могу сзади этого, да. Вот. Ну, знаете, девчата, без фасона, без ничего, без никаких здесь понтов, без ничего. Ну, не хочу сказать, что я такая чистюля. Но посмотрите, я ждала хужего. Мне каждый говорит, как это вы там без вытяжки? Как это? Вот так, девчата, вот, если каждый день вытираешь, вот так. Вот так. Вот так. Ничего страшного. Ничего страшного, вот. Многие раньше, при советском времени, у кого была вытяжка, а? У кого было... Ого-го. Так что вот сейчас вот так содой взяла эту грязную тряпку. Ну, самая такая, которую можно хутур-мутур. Вот так в соду макаю, девочки. И вот так потихоньку тру. Видите, сколько я тут мыла, это я испортила. Потому что, ну, вот действительно, нету вытяжки, ничего нету, да. И действительно, я ожидала, я думала, о, она, наверное, в таком состоянии. Но я-то рукой прохожу каждый день. Вот я помою, например, да, потом просто вот так пальцами, да, вот так проходила. И я вот чувствовала, они липкими не были, нет. Но я думала, что там, наверное, она в таком состоянии. Нет, девочки, нет. Видите, кто чистит, тот чистит. Да, я каждый день, каждый раз после того, как готовила, сегодня я не мыла, потому что знала, что буду мебель снимать. Я сегодня просто вот не помыла так, с мылом все, а это же каждый день. Все, когда был Давид, Давид говорит, зачем туда-сюда, скоро будет кухня. Я говорю, Давид, ты не знаешь, говорю, когда это будет кухня, говорю, я не знаю, говорю, это во-первых. Во-вторых, говорю, Давид, ты просто не представляешь, какую я работу делаю. После каждого, это только меня может понять женщина, которая вот живет в таких же условиях, как и я. Понимаете? Вот. А так это, конечно, говорит, да, ну, конечно, я не могу по-другому. Вот и все. Мне надо, чтобы это... А этой мебели, девочки, 20 лет уже. Я все равно за ней слежу. И эта мебель у меня еще такая дешевая.
Знаете, тогда вот какую могла, такую купила. Но я очень хотела красную. Не знаю, почему я хотела красную, но хотела. Вот хотела и купила. Я ее хотела поменять, а сейчас так как у меня будет другая это, да, не меняю. Вот остается вот такая, какая была. Что у меня лишние деньги есть, надоело уже. Вот, девчат, вот. Все, ничего нету. Ничего нету. Нормально все. Каждый второй вот так пускай покажет свою мебель, где вытяжка. Где есть даже вытяжка. Понимаете? Вот так. Очень даже нормально. Я, честно говоря, в восторге от себя. Молодец. Сама себя не похвалишь, никто не похвалит. Мне сказали, там ничего нету, что ты там трешь? Он мне сказал. Я говорю, еще как есть. Если ты не видишь, это не значит, что нету. Он такой, бах. Ты как всегда. Нет, девочки, не как всегда. Я знаю, о чем я говорю. Я тоже не дурная. Я тоже не с пальца сделана. Я знаю, что я говорю. Я вот так не хочу. Я эту мебель сейчас сюда повешу. И все, девчата. Ее только сверху буду протирать, понимаете? Только сверху. Вот так, чуть-чуть, вот так. Вот это было над готовкой. Вот эта мебель. Над готовкой. Вот я ее еще даже пальцем не трогала. Понимаете, вы посмотрите, как эти места есть. Но это можно новые купить, вот эту штучку, да? Хотя можно двери купить новые, поменять. Все можно, девочки. Все можно. Я не буду. Потому что это стоит деньги. Если бесплатно кто-то дал, может быть, сделала бы. А у меня бесплатно нету никого. Да и не надо мне ничего бесплатно. Бесплатно дорого выходит. Я это давно поняла. Бесплатно дорого. Вот так. Прелесть, девочки. Снизу никто это не будет видеть. Да, я говорю, Стеллан, ты же знаешь, сколько раз я вытираю это, сколько раз. Это же каждая, после каждой готовки. Мыльную воду, бери этот. И давай шуруй. Это после каждой готовки я делаю генеральные уборки. Мне скажут, это неправда. Ну, конечно, если была бы неправда, вот так мебель, вот такая мебель была бы, на которой, и вы видели сами, как она у меня низко висела. Потому что я сама тоже невысокая. И мне мебель надо, чтобы так, как, чтобы я доставала. Вот так. Вот и все. Вот так. Я вот так делала, девочки, руками. Понимаете, потому что не видно там было. Вот так, шикарно, девчат. Я очень довольна собой. Молодец. Я всегда была аккуратная со всеми своими вещами. Как бы вы здесь на видео не смотрели, что я такая, гарай-гуруй, никакой не гарай-гуруй. Все у меня всегда аккуратно. У меня годами, месяцами любая вещь держится, потому что я ухаживаю, потому что это кровью заработанные деньги. Это не просто... Мне кто-то дал или что-то. Как-то вот так. О, балдею, девчат. Сейчас, если он как сможет, так и повесит. Сейчас эту тоже мне этот поставит вот так задницей сюда. Это, конечно, пыльная. Я же вам говорю, это, да, страшно посмотреть. Если честно сказать, страшно. Я не ожидала, что это так грязно. Почему-то вот тут думала чисто, а тут думала будет грязно. Нету ничего грязного. Нету, все нормально. Я потом помою. Этой грязной тряпкой тоже везде протерла. Ну ладно, потом вот эту сторону очень хорошо помою. А? Угу. Угу. Потом, говорит, надо это с этой стороны, говорит, вот так сделать. Я говорю, хорошо, золото, хорошо. Сделает. И это селаваса по нараси, это парта ты неки тараси о кому? Ну это асаси. Си, асаси, porque это рохо, это аси, и на меди о кеда. Это рохо, ки китасе. Ага, muy bien. Ага. Porque no te tiene que pegar aquí. Ага. Necesito... Сейчас я вам покажу, девочки, когда утром туда делаем, я вам покажу. Доброе утро, дорогие мои друзья. Прошел Андрей, забрал дочку, а я, как всегда, девчата, все поменяла, смотрите. Я не меняла, мой муж поменял. Все мы поменяли.
Это я вчера перемыла, стены перемыла. Как я поздно легла. Теперь надо мебель помыть. Короче, теперь вот так. Понятно, да, Кисюня? Успокойся. Она сегодня с утра игровая такая. Вот так. Теперь зато у меня вот тут проблем не будет. Девчата, вы просто не представляете, как я наработала вчера. Хоть было поздно, но несмотря ни на что, девчата не оставила, сделала все как надо. Нету у меня хозяйственного мыла. Самое лучшее — это мыть с хозяйственным мылом. Набрала я горячую воду. Сейчас буду шуровать. Потому что их же вешать, ну, руками трогаешь. А отпечатки тут, короче, везде хватает. Ну, если честно, мне Эстеван говорит, я не ожидал, что кухня в таком состоянии. Я говорю, в каком? Он говорит, в хорошем, чистая, все. Все чистенько, девчата. Все чистенько. Я еще когда вот так положила, я их тоже протерла, все. Внутри уже все выставила. Убрала лишнее. Но там еще посудомойка, конечно, есть. Вот. Сейчас хочу эту кухню сверху помыть. Сейчас возьму тряпочку. Потому что я же тут тоже мух убиваю, девчат. Вы мне говорите эту пленку. Это же самая грязная вещь. Как можно вот эту пленку, она у тебя вот так висит, и ты вот на них видишь мухи, и вот это все, этих мух... Да нет, это не мое, вы что? Я не смогу смотреть на этих мух. Фу. Вы что, я же их ненавижу. Еще я их видеть буду. Ага, сейчас. Так, пошла за тряпочкой. Чистую хочу, новую. Я люблю. Взяла желтую и такую. А то у меня иногда бывают две синие, и мне тут каждая вторая начинает. Одной тряпкой все помыла. Ну да. Я тут для себя чистюлю не строю, девочки. Потому что я знаю, что это не так. Никакая я не чистюля. Я туда чуть-чуть жидкость налила. Вот. Сейчас помою. И буду просто кайфовать, девчат. Буду просто кайфовать. Люблю я с утра такие вещи. Бедная моя кухня, что только не увидела. Ой, какие перемены только не увидела. Моя кухонка. Ну все. Теперь мне осталось... Вот сейчас зарплату получу, девчат. И куплю себе туда. Вот это, которое пальцами чикаешь. Кисюня, я в конце концов на тебя наступлю. Будь аккуратней. И у меня будет все как надо на этой кухне. Все как полагается. Сейчас сверху бумаги тоже выложу обычные. Я мыльный раствор совсем слабый сделала. Ну, потому что она и не грязная, девчат. Она сверху и не грязная. Понимаете? Она просто вот руки. Вот так. Вот так, ребята. Не ленитесь, делайте. Это движение, это жизнь, двигаешься. Это потом, знаете, утром, когда встаешь, и если на кухне чисто, как я это люблю, но как это у меня редко бывает. А вот сейчас буду стараться. Буду стараться, чтобы было так, как я именно люблю. А снизу у меня грязно.
Почему, я вам сейчас скажу. Я же убиваю тут мухи постоянно. Мух постоянно я убиваю. Поэтому тут у меня пятна на пятне. Пятна на пятне. Вот так. Потом это все полоскнуть. И сегодня. Что ты? Ах, мое солнышко. Нравится, да? Нравится бегать по столешнице, да, сладкая моя? Вчера вот здесь обопреклеили эту пиндюрку. Она уже вся расклеивалась. Она уже вся такая была хутурская, девчат. Страшная уже такая была. Я говорю моему мужу, так ей уже сколько лет? А он говорит, а кухни вечные? В каком смысле сколько лет? А что должно быть в кухне быть? Я говорю, так как я ее насиловала постоянно, я не знаю, как она вообще дожила. Вот тут еще крошки сухих мух, наверное, есть. Солнышко, что, с окна хочешь смотреть? Ма, смотри в окно. Закрыла я тебя, как невеста моя. Ой, так. Вот так, чуть-чуть протру тут тоже. Прям, знаете, не заросло все. Просто тут же никто аккуратно не открывает дверцы, вот это все. Нет же такого аккуратности. Нету, нету, девочки. Нету. Ну, что делать? Эту мебель тоже вот сейчас зарплату получу. Вот эту мебель и вот эту куплю. Вот это у меня сейчас приоритет. И все. Вчера, я говорю, если я вчера не развелась, вчера мы не развелись. Ой, как он ворчал, девочки. Ну, это тоже, наверное, нормально, конечно. Наверное, человек устал, надоело. Ну, знаете, я вам что скажу. Тот день, когда его племянник приходил, и он говорит, постоянно здесь работа. А мой муж говорит, так это мне нравится. А что делать, говорит, мне это нравится. Я, говорит, люблю вот этим заниматься, и это для меня мне дает наслаждение. Вот, девочки, вот это правда. Вот это правда. Вот у меня то же самое. Мне это нравится. Эту мебель я поставлю туда, на ту кухню. Вот этот шкафчик у меня как раз туда будет хорошо. И у меня эта кухня уже готова. Сюда новую полоску хороший. И все, девчата. Сейчас хочу сверху холодильников помыть. Убрала весь этот хутур-мутур с холодильников сверху. Все потихоньку, девчат. Вот, все. Понимаете, что я вам хочу сказать? Вот. Девочки, я иногда вот начинаю жаловаться. Так, подождите, я вас на зарядку. Чтоб зарядка была. А потом думаю, чё я жалуюсь? Шикарно у меня всё, девчата. Чё я жалуюсь? Я чё, забыла, что ли, как я сюда приехала? Вот то, что на мне были трусы, вот эти были, больше трусов не было. Это не то, что в одних трусах, да, в одних трусах. Вот это действительно в одних трусах я была. Все, что у нас есть сейчас. Понимаете? Никогда не надо унывать, никогда не надо завидовать. Никогда, девчат. Если кто-то там думает, там, вот откровенно. Вот откровенно, если думает кто-то, вот там, благодаря Ютубу,
YouTube мне начал платить, девчата, наверное, год-полтора. И то там таких заработков уже нету, как раньше, которые блогеры имели. А те блогеры, которые уже миллионники, это все, да? Может быть, у них и есть. У меня это все было до того, как YouTube я открыла. Этот дом стоял, это красная кухня была. Что у меня изменилось? Такого ничего у меня и не изменилось. Я то, что зарабатываю, девочки, да? У меня уходит, вот то, что на YouTube зарабатываю, у меня уходит на хутур-мутур. Сыночку помочь, дочке что-то лишнее дать. Ну, чтобы было, да? Чтобы они не говорили. Я же вот говорю Кайтане, Кайтана, ты иногда даже здрасте тебе тяжело сказать. А когда я денежку получаю с YouTube, пускай будет там сколько бы ни было, я же тебе их отдаю. Я же делюсь между тобой и твоим братом, да? Я говорю, а это хотите? А так не бывает. Так что как-то вот так. Надо, говорю, чуть-чуть совести иметь. Поздороваться, что тебе так сложно? Она такая, нет, не сложно. Я говорю, тогда вот здоровайся. Она, девочки, у нее, я же вам говорю, она хорошая девочка, она умница моя. Она просто, у нее комплекс. Вот это сейчас зубки, улыбку не хочет. Еще вот эти прыщи пошли, но сейчас уже лучше, но все равно. Пошли вот эти прыщи, вот это все. Я ее тоже понимаю. Но это не дает тебе повод, чтобы здрасте не сказать. От того, что у тебя прыщи, ты что, блин, прятаться будешь, ни с кем здороваться не будешь, что ли? Это же неправильно. Бедный мой холодильник тоже. Холодильник тоже, когда вот уже куплю, говорю, на ту кухню перееду, вот, холодильник, или поменяю этот, потому что он уже свое, конечно, отработал, девочки. Ну, мог бы и побольше, конечно. Я же за ним так ухаживаю, я же за ним так слежу. Да? Ну, так что вот так, девочки. Все, мы заработали с мужем, не покладая рук. Работали. Давай. Давай, порт, все, давай. Некоторые так, прям там такой магнит. Это мне Магомедова отправляла, Махачкала, девочки. Вот это тоже надо убирать, постоянно вытирать, девчата, я делаю. Я люблю вот этими. А чем занимается женщина? Вот женщина должна заниматься вот такими вещами. Понимаете? По крайней мере, я так считаю. Посмотрите, какая красивая. Стургард, посмотрите, какая красивая. Это мне тоже отправила Магомедова. Валенсия тоже мне отправила подписчица. Торонто, девочки. Видите? Я люблю Екатеринбург. Это все мои подписчицы, молодцы девочки. Это Турбек, это мы сами купили. Это Туркия мне отправила девочка одна. Так что вот так. Ну вот сейчас это я все помою потихонечку. Перестань, хорошо? Веди себя достойно. Смотрите, какой он желтый. Ой. Это так липнет. Это из Франции. Он липнет, девочки. Но он все равно, как был желтый, так остается. Ну, чуть-чуть, конечно, свежее, девочки. И все. Так. Желтизна это уже не уходит. Кисюнь, веди себя хорошо. Я тебя снимаю, дура.
так. И чисто, и приятно. Вот так, девчата. Ну, что я тут поделала? Раз, тряпочкой прошла, и все, девчата. Ничего я тут такого тоже не сделала. Этот беленький такой. Ну, он кажется беленький. Он, наверное, тоже желтенький. Он, наверное, таким не был. Ну, это все, что жалко, девчата. Кисюня, перестань. Кисюня, накажу. Вот так тряпочка прошла и все. Молодец, спустилась, молодец, там нечего тебе делать. Ну и вот и все. Шесть блеск, красота. Стены вчера я помыла. Теперь вот эти штучки, которые где-то мебель висела, надо их черный цвет покрасить и все. Девочки, а мебель-то одной тряпочкой потом вот так пройти и все. Такая прям хорошая стала. Все помою. Так, все вытру. И по местам. Вот так. Разве это неприятные заботы, девчата? Я люблю такие вещи делать. Вы любите? Я больше всех, наверное, на кухне люблю убирать. Ай, хорошо, что это не стекло, ничего такого. Вот так. Это мы когда отдыхать ехали, купили с доченькой песок, там же розовый. Вот меньше всех, где мне понравилось, тоже бег. Вообще мне не понравилось, если честно. Вот где я только не была, вот Торбеха, это самый, больше бы не поехала бы. А между прочим, многие у меня в поселке то же самое сказали. Смотрите, какая красивая. Так что, если вышлете со своего города, я повешу, девочки. Без проблем. Вот это. Это мне никто не отправлял, так что это я могу выкинуть. Это я сама Так, где мы пиццу заказываем, Ди Карло? Я раньше так любила Hello Kitty, девчата. У меня столько их было. Потихоньку уже избавилась. У меня очень много было Hello Kitty. Какой джигит. Она вчера, короче, пришла туда в спальню к нам, девочки. А у меня там сушилка. И на сушилке вещи. Она как прыгнет на эту сушилку. А эта сушилка как грохнется среди ночи. Я как подскочу. Я так испугалась. Я как подскочила. Я говорю, ты что вообще, что ли? Она как испугалась. Она как чукнет сюда. И Стеван кондиционер включил.
Если он же сегодня не работает, сегодня со мной. Сколько лет этой Hello Kitty девочке? Вот этой. Вау. Она краску. Вот ее так много мыть нельзя, она краску теряет. Так что я ее вот так чуть-чуть и все. Это же все тоже микробы, девочки. Это тоже мне с России отправили. Потихоньку нельзя зайти. Именно стукнуться надо, да? Вот так. Все развешу. Тут раз у меня одна упала, тоже от зрительницы. Я расстроилась. Это сюда, на всякий случай, чтобы не упала. Так, это Торонто. Это Валенсия. Я люблю Екатеринбург. Вот так. Такой красивый. Такая красивая авто. Констанция тоже красивая. Вот здесь что-то я плохо вытерпочка. Она так не блестит, как я хочу. Какая-то замысканная уже. Но она уже давно, девочки. Эта девочка мне отправила еще когда. Ого-го. Вот так. Махачкалинца моего сюда. Вот так. Это Де Карло. Это сюда. Это сюда. Это кисель сюда. И вот так, девчата. Вот и все. Сейчас полосну. Сейчас, если он придет, залезет туда наверх. Вот эти, вот это все уберу, помою. И опять на места. И вот так. Чик-плик, красота. Вот так, девочки. Сейчас, когда все сделаю, я вам покажу. Ну, что здесь вот так понятно, да, вот это все вытереть. Девочки, так удобно, что тут пылесос. Раз взяла, раз пропылесосила. Все. Вчера как мы ругались с ним. Насчет этого перемены, вот это все. Он так как начал, как завелся. Как я устал, как мне надоело. Я говорю, я тебя понимаю, говорю, но так нельзя. Я говорю, так нельзя, говорю, потому что ты каждый день это не моешь. Ты это не моешь каждый день. Так, эти бананы такие невкусные вышли. Когда она говорит, их невозможно кушать. Так что надо убрать отсюда эти бананы. Надо отдать птицам моим. Вот так. Мандарины надо будет почистить сегодня, пускай покушает. Ой, девочки, мне же нельзя. Если бы нет, я бы шарлотку бы сделала. О. А вы знаете, у меня же никто его не покушает. Просто не покушает, девочки. Короче, вот так. Буду делать свои дела. Потом вам покажу. А я почти закончила, да, с уборкой. Ну, блин, знаете, что я вам скажу? Сейчас поймите меня тоже правильно, да? Вот как будто я ничего и не сделала, знаете. Не то, что ничего не сделала. Но я люблю, когда вот чуть-чуть засалено, да, вот. Как вам объяснить? Не знаю. Сейчас я скажу. Скажите, ты какая-то чокнутая. Вот, знаете, в каком смысле? Вот, но если... Если вот, вот как у Адамчика, например, на кухне. Блин, там так все сразу заметно, девочки. Вот что-то сделаешь, сразу так видно. А тут ничего не заметно, да? Вот кажется, что вот так и было, да? Может, поэтому меня не ценят тут на кухне у меня, да? Может, мне надо оставить, чтобы вот это все засралось, да? А потом...
Так бывает же тоже, что вот посуда там много, там это все, это тоже они не замечают. Вот сделаю, не сделаю, вот это не видно. А мой муж гвозди какой-нибудь пришпандорит, я полчаса хожу, какой ты молодец, ты настоящий мужчина, ты настоящий этот, ты настоящий тот. Ну, короче, хвалю, да? Ну, это самое. А меня, девочка, только вы хвалите. А, нет, и моя мусульман. Мне мусульман сегодня говорил. Она мне с утра там позвонила. У нее там кое-что нужно было ей. Это, и мне мусульман говорит. Ой, я вчера ночью так поздно легла, говорю, я эту кухню, говорю, снутри полки мыла. Это же не только вот там ты вот это сделала и все, это же надо. Ну вы же сами, женщина меня поймет. И мусульман говорит, ой, оставь, да? У тебя там делать нечего. Она мне вот так, у тебя всегда все идеально, идеально ни у кого нету. Если женщина хочет, она всегда найдет себе работу. Всегда. Всегда в доме есть что сделать. Вот, я вот в прямом смысле. Она все лазит. Ты ноги себе в конце концов поломаешь, дура. А, она сейчас с вами в песке. Вот так. Вот так. Этот бачок мне. Мне и моей сестре, у нас два бачка таких было. Одна у меня, одна у моей сестры. Вот этот бачок. Сколько лет этому бачку? Здесь у него даже уже краска. Я его стараюсь редко мыть. У него здесь лак уже чуть-чуть отодрался. Раньше я для соли держала. А когда, ну вы же сами понимаете, возле огня, если там на соль держишь, она чуть-чуть такая становится. Поэтому убрала. Смотрите, мой петушок. Золотой гребешок. Масляная головушка. Красивый такой. Очень красивый. Что-то здесь видела я кому-то. Вот. Вот и все. Вот эта штучка. Нахер мне нужна. Выкину я ее. Вот так, девочки. Вот и все. Мне только осталось попрыскать, сделать и все. Потом мне надо полки разобрать. Тут кошмар шло. Вот тут тоже гавитыра называется. Вот такие поставлю вот такое, ну чуть поменьше. Печенюшки-меченюшки. Всякие хернюшки тоже. Вот и все, девочки. Вот. Вот так. Сейчас это тоже уберу. Пропылесошу. Так, мой муж не пришел с по холодильнику, но я потом. У меня сейчас времени нету, мне срочно надо идти на кофе. Срочно посидеть с моими подружками, полчаса посплетничать. Девочки, какая-то кухня, мне кажется, уже вот, знаете, вот как будто я не чокаюсь, вот не знаю, хорошо стало, мне нравится. Эти дырочки, здесь у нас свет был, он такой же, как там лампа, мы поставили, у нас есть там, и Стала сказала, за это не беспокойся. Я думала, картину туда какую-то, да, вот это, чтобы вид убрать. Вот этот некрасивый. А мне если он говорит, так у нас же есть этот лампа. Я говорю, давай, вот сегодня повесит мне эту лампу. В конце концов, девчата, все сбывается. Если ты потихоньку идешь к своей цели, вот. Помните, как я хотела, как я ненавидела ту мою газовую плиту, как я ее, вот не могла я, ее ненавидела, девочки. Вот меня прям тошнило от нее. В конце концов, убрали.
Все равно, правильно говорят, ночная кукушка дневную перекукует. Куковала я, куковала и накуковала себе печку газовую. Вот так. Сейчас я вам покажу, поверну, девчат. Ну, что тут показывать-то? Ну, все равно. Давайте похвастаюсь. Это я животным фрукты собрала. Собрала вот так. Это петушок вот так должен быть. Это вот так должно быть. Это вот так должно быть. Вот так, девчат. Знаете, сейчас, когда ты дверцу открываешь, сейчас я вам покажу. Вот жалко, что вот эта доска у меня такая короткая, не такая широкая. Я бы сюда бы еще, сейчас эту доску тоже вытру. Вот так, когда ты вот так стоишь, ты же за холодильник не заглядываешь, и вот так кажется, о, такая кухня. Вот это только вот белая, даже вот это некрасиво. И эта стиралка тоже тут не катит. Но не, стиралка так и останется. Я стиралку, может, другую, этот, хорошо было бы убрать отсюда стиралку тоже, чтобы стиралка не было. Здесь еще одна мебель, здесь еще одна мебель. Потому что я не люблю вот так стиральную это, да. Ну, ладно. Короче, вот так, девчата. Ничего такого тоже не сделала, да, просто протерла и все. Сейчас пропылесошу, все. Занавес бы мне снял, мои золотые. Я бы помыла бы эту занавес тоже, постирала бы. Ну, что там постирать? Вот этих упор-чупор тоже оттуда убрать, может быть, да, вот оттуда. Но там у меня, девчата, мест нет. У меня все забито, понимаете, все. Так что как-то вот так. Сейчас вот это тоже пропылесошу. Ой, Томасик зарядку делает с утра. Молодец. Молодец, Томасик. Он у меня умница. Вот так, сегодня. Сегодня такое. Ой, девочки, 10:20. Мне надо одеваться. Вы что? Вы что? Самое такое пропустить, что ли, нет? Разве можно пропустить свой кофе? Не пропускаю, девочки. Потому что мне это нравится, мне это на душу. Это мне, девочки, у меня снизу ночная, да, рубашка, да, я в ней спала, а когда я в ней сплю, я следующий день в ней хожу, поняли, да, а потом на стирку ночью, ну вот не ночью, вот сейчас пойду искупаюсь, полоснусь и, ну, ребята, иду по своим делам. Чао, бабау, пока.